father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Мин. Как недавно обновление Contest Global Offensive принесли некоторые изменения в игру, и были добавлены новые капсулы ESL, то есть нового чемпионата, который сейчас вот он проходит. Да, в данной капсуле, как вы видите, находятся различные наклейки различных команд, Fnatic, там, я не знаю, все знакомые вам команды, да. Взял я Legends. Да, надо было лучше такие взять. Ну ладно, ничего не случилось. Итак, давайте их будем открывать. Взял я 3 капсулы. К сожалению, нету у нас тут Свинцер. Ну ничего, ладно. Дома бог рандома, ничего нам прикольного не принесет сегодня. Открываем первый подарок. Ну, чтоб хотелось бы, может, такая. Или такая вот из этого ряда. Open капсула. Открываем первую капсулу. Тем LDC. Вот такая она у нас. Продолжить. Открываем следующую. Я не надеюсь, что что-то путь не выпадет. Потому что бог рандома не со мной. Титан. Неплохо, в принципе, неплохо. Вот такая. Такая наклейка выпала. В общем, потратил я это $3. Сколько стоит? Сколько стоит, это я сейчас не могу вам сказать. Так как после последних обновлений Steam есть какие-то трудности у меня с Steam. Я не могу сейчас посмотреть в магазине. Но, в принципе, вы видели эти капсулы, какие наклейки может вам упасть. В принципе, напоминание о чемпионате, вы можете хотя бы купить еще одну капсулу. Ну, я так собираюсь, еще буду денежки купить одну капсулу и оставить ее в память. Взять вот такую. Уже где есть Natus Winsor. Вот. Также появилась операция Феникс. С этой операцией появился ящик и доступные ключи для продажи. Ну, как я смотрю, для Браво есть еще ключи. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел вам показать, как что падает с этих капсул. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.